Эй, как патрулируется? Что? Что тут происходит? Что за фигня? Да ну кому? Oh, VS America? Never are you out, no. Время видоса на канале Нубя. GTA 5, монтаж. Все как обычно, классно. Поэтому переходим, подписываемся, ставим лайкосиков. Там всего же 10 тысяч, может, там, больше, чем на моем канале, я прошу. Вообще, вот это Нубя офигел. Давайте вот это перейдем и поставим еще больше лайков, чтобы она офигела. Вот все, я вас там жду. Новое видео Мармока. Это Battlefield Bad Company 2. Баги, приколы, фейлы. И черт. Я только что понял, что Battlefield Bad Company 2 уже 8, мать твою, лет. 8 лет. Такое ощущение, что она вышла недавно. Как так быстро время идет? Окей, давайте смотреть. Сейчас. Пумс, пумс. Погнали. Ах, наконец-то. Ну, все будет по джазу. Ну, как на сих пор графика классно выглядит-то. Так, прикнуться. Эй, чем занят? Тебя укрытиями пользоваться не учили, что ли? Нормально. Что за паника? Ты какой-то чудной коллега. По бревну, наверное, муравьи пробежали, он их слопал. Окей. Двоих. Привет. Бери левого. Левый в смысле, который слеп? Или который хреновый? Чё-то за телепорты, сука. Тебе чё, уже лень ходить, что ли? Борзая анальная дырка. Нифига себе. Эй, как патрулируется? Что? Что тут происходит? Что за фигня? Окей. Ты-то умер, я понял почему. А ты что, сознание потерял, что ли? От крови. Ты крови не переносишь, тряпка. Фу, бля. Вас как будто на барахолке покупали. Бракованный. Ты видел, что там произошло, а? Зайдешь потом на канал, увидишь. Чё? Ты, сука, не показывай мне такие фокусы. Один говно телепортируется, второй телекинезом владеет. Что вы за черти? Не, пацаны, я тут вспомнил, мне на гражданку срочно надо. Я попугая выгулять забыл. Блин. Ну, Bad Company 2, как же давно он реально вышел уже. Ну, 8 лет — это довольно большой срок. Кстати, ребят, пока тут интро, напишите, какая температура у вас в городе, потому что у нас 30 градусов, это просто невыносимо жарко. Хорошо было, хули вы со своей зимой начали-то, а? Хорошо, у меня есть в студии вентифлюктор. По-зимнему все. Мой любимый вентифлюктор. Здесь, конечно, красиво, но можно мне побольше лета наебало, пожалуйста? Лето. Опа. У нас тут стелс образовался. Мне вот лета хватит уже. 30 раз это такой себе чё, кайф. Кого? Патруль. Вижу. Насчет раз. Насчет, окей. Работаем по стелсу, пацаны. Мы тень в ночи, мы хер в плечи. Обожаю стелс. Херач, мрази, сука. Все. Ребят, вы можете вести себя адекватно? Мы тут по стелсу играем, нормально. И дергаем, блядь. Порт мне весь стелс, быдло, это неадекватный. У меня есть тактика. Ну, это стелс. Повыше. У меня есть тактика, я придерживаюсь ее, да? Муа-ха-ха-ха, я гениален. А где вражина? Блин. Окей, я понял, это не нож. Сосед, ты что там охуел, что ли? Сосед? Нет, ну... Да почему я застреваю везде? Хули я такой жирный уебан? Моя идеальная тактика утонула в жировых складках. А, уже класс. Отсюда. Легкую мишень. Ну, вроде нашли, бы это уже сломается уже, можно гранату кинуть. По-видимому. Хотя, скорее всего, он умрет от этого. Куда? Откуда? Не заебывай меня, съем твое сердце, пидор. Мне нужна смазка. Почему ты сраная рама не ломается, блин? А удар ближним боем мне? Мне уже нихера не весело. Пацаны, мы же одна команда. Мы же вместе учебку проходили. Не помните, там было что-то с застреванием в окнах? О, давай убей меня. Я задолбался уже тут стоять.
О, неплохо. Нихера себе. Стой. Все, я уже освободился, больше стрелять. Благодарю, дружище. Охереть. Как сложно жирным суицидникам, однако. Так как ты умудрился, То самое чувство, когда хотел забежать в дом, но не вошел в поворот. Погуйся с миром. Пацаны, я уже иду. Нахуй музыку, я здесь хочу слышать чириканье птиц, а не сраную музыку. Чириканье птиц. Ну ладно, пошли, гуманитарий. Твою мать, падать далеко. Так, это просто камушек. Че? Какие же высыкуны, там же вода, насрать вообще. Блять. Мелковато. Тупо прыжок веры. Капец, он быстро мерзнет на улице. Мне бы согреться немного. О, камин. Я тебя люблю, бро. Я тебя люблю. Нагрей мне очко. Давай целоваться. Это звучало максимально по-гейски. Ладно, пошли наверх. Воу. Ты чё творишь, деблоид? Чё? Деблоид. Остановись. Так я херенный обои испортил. Что ты в свое оправдание скажешь, мудила? Вполне весомый аргумент. Не надо ничего говорить, я... Класс. Я понял, с кем я имею дело. Если чё, я ни хера не вижу. О, трамплин. Нормально. Я понял. Во! Да ну вас в топку. Кайфоломы, блин. Такое счастье отобрали. Аж до слёз. А дальше-то что? Как мне перебраться-то? Я... Мне чё, взять квадрик за пазуху, что ли? Перепрыгнуть это дерьмо? Бочки, я понял. Я исполнять. Ой, я двигаться не могу. А, так от сцены. Шо, блядь? Я уже подумал, что уйду отсюда зубами в кармане. Что классно. За херня? Блин, я чё, опять застрял? Во-во-во. Нет, нет. Застрял? Я же выбрал, я уже снаружи, твою мать. Отпусти, я хочу уйти отсюда. Выпусти меня отсюда, сука. Выпусти, я сейчас металлоломщикам позвоню. Такое ощущение, как будто я лямкой от трусов зацепился. Я не могу ничего с этим сделать. Я не Господи. Знаю, как отсюда выбраться. У меня уже жопа располовинена. У меня почти багов не было. Я капитулирую, пацан. Спасибо, охуенно покатался. Отлично себя чувствую. Хочу погулять. Настолько сильно, что готов сразу через окно выйти. Класс. Вы слышали этот звук? Слышите? Просто кекает. Могли подумать, что это я пытаюсь здесь посрать. И это так, только эти звуки издаю не я. Правда в том, что за этим окном меня очень сильно пытается убить профессиональный солдат. Опа, но ему со мной не справиться, потому что я сверхбыстро Ау, ты чё, попутал, что ли? Я же уклоняюсь сверхбыстро для тебя. По-любому рандом залетел. Хоп, опа, хоп. Ну давай, не отставай. Сейчас убьёт. Да ты херел, что ли? Как я только, сука, записывать начал, так он сразу по мне попадать стал. Я уже полчаса под этим сраным окном пляшу и просто орал, как дебил. Какого хуя ты поумнел, мать твою? Ох, я тебе ща надо, так всегда. Горячую. Только запись включаешь, все. Положи в карман и уходи. Все меняется. Ноль шансов вообще. Ноль, пацаны, шансов. Уходите, зеро. Извините, но уходи. Тут вам ничего не светит. Не уйду. Где ты? На. Поднеси к уху, и ты услышишь шум морга. Шум морга? О, нига-нига, он такой, что? А чем это ты тут занят? Он дебит. Ты дрожишь? Он дебит. Тебе холодно? Такой. Что случилось? Да он дебит. А, я понял. Он сюда прыгнул, но не знал, что здесь вода. Он воды боится. Не, он дебит. Ребят, харе стоять и очковать, пошли за мной. У вас не палки в руках. Бежу одного на 12. Второй на 12-10 минут. Минус котлета. Вышку не убил, но я исправлюсь. Сказал криворукий инвалид. Воу! Вот это я вовремя остановился. А еще ракеты есть, мудила? Да. Я однозначно не умею брать на понт.
Да, друзья, музыка утихла, значит мой выход. Спасибо, что досмотрели этот выпуск. Наконец я сделал обычный ролик БПФ. Давно так интересно не проводил время. Надеюсь, оно того стоило. Ну а методы поощрения вы знаете. Я вроде все, в описании ссылки на мою бесплатную мобильную игру, а стеночка вот-вот резко ворвется в кадр. Здесь был гребаный Мармок и Battlefield Bad Company 2. Бриф Мунате, пока. Жду нового видеоролика, пока что у меня цвет настроения синий. Эта рамка заряжена на 100% удачи к экзаменам. Символ лета. Это вентилятор на соле у Мармока. Если его же включили, потому что уже она включается, там здесь жарко. Крути вентилятор, поэтому жарко. На самом деле, блин, как же жарко. 30 градусов у нас на улице. Опять же, напишите в комментариях, сколько у вас градусов. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на канал Кати. Нубя, да. Будьте молодцами. Всем удачки, всем пока-пока.